про те, що ми після виборів можемо побачити в наших холодильниках, зокрема, та? І в наших гаманцях і кишенях. Пане Ігорю, от скажіть, будь ласка, по-перше, ваше відчуття від дискусії? Знаєте, на самом деле... И ведь 4 дней. Самое приятное, реплики здесь были действительно от психолога, потому что это часто напоминает какую-то шизофрению. Мы здесь уважаемые, очень уважаемые мной политики, государственные мужи, депутаты и все остальные сидят 2 часа, напрягаются, спорят между собой, ругаются. Часто по вообще незначительным поводам, причинам, при том, что десятки, сотни тысяч людей, миллионы людей у нас уезжают. Поднимите руки в этой студии, у кого знакомые или одноклассники уехали на работу в Польшу, в Португалию, куда угодно. Весь зал поднял. У меня только десяток таких людей. И им не важно, на каком языке они будут разговаривать здесь, на русском, на украинском, на молдавском или на венгерском. Они уезжают в Польшу, разговаривают на польском, они уезжают в Португалию, разговаривают на португальском или в Германию на немецком. Поэтому... Я хотел сказать, что согласно исследованиям МВФ, Украина беднейшая страна в Европе. Беднейшая. С самыми плохими дорогами, самым низким уровнем дохода населения, низкими пенсиями, ну и, соответственно, прожиточными минимумами. К сожалению, мало чего было сделано за прошедшие 5 лет для того, чтобы улучшить наш инвестиционный климат и сделать каждого маленького украинца богатого. И то, что я вижу сегодня в студии, вот те приоритеты, по крайней мере, которые задают сами себе политики и, наверное, подогреваемые обществом, они говорят о том, что, к сожалению, бизнес и экономика тоже не в приоритете, не на первом плане. И это, к сожалению, дает предпосылки мне, как бизнесмену, думать, что эта тенденция может продолжаться. Украина будет оставаться беднейшей страной. Украина будет экспортировать рабочую силу. Посмотрите на наши доходы. 13 миллиардов долларов. Самый большой источник дохода от экспорта рабочей силы в Европу, к сожалению. Поэтому, уважаемые господа политики, поменяйте свою риторику и свои приоритеты. Пожалуйста. Игорь, пожалуйста. На прапорі чинного президента Порошенка було написано і є написано «Мова, віра, армія». На прапорі президента Зеленського написано «Кінець епохи бідності». Скажіть, чи, як банкір, чи реально в нинішніх умовах виконати те, що написано на прапорі у Зеленського? «Кінець епохи бідності». Так, звісно, реально. А многие страны проходили через это, или большинство мира проходило через это. После Второй мировой войны вся Западная Европа была в намного худшей ситуации, чем сейчас Украина. Все хотят швидкого рецепта. И очень быстро, буквально за считанные годы, Европа стала из руин процветающей территорией и процветающими государствами. А при этом маленькая Швейцария, 4 государственных языка, вообще народ не парится, кто на каком языке говорит. Самая богатая страна в Европе. Маленькая Бельгия, 2 языка. Три. В Бельгии хорошо, три. В Испании десятки языков. Вообще это никого не парит. Все волнуются о тех стимулах, которые будут иметь бизнес, о тех стимулах, которые будут иметь работодатель для того, чтобы больше платить заработную плату своим рабочим. Пенсию пенсионерам, ремонтировать вовремя дороги и получать медицинскую качественную помощь. Читаємо пункт програми Зеленського «Амністія капіталу». От вони сподіваються, що ці гроші наповнять бюджет, легалізують капітал. Чи достатньо цих коштів, щоб відбулася закачка грошей, закачка інвестицій в Україну? Цих коштів, извините. Це від «Амністії капіталу», зокрема. Это один из приоритетных пунктов, и я надеюсь, законопроектов и законов, которые позволят бизнесменам действительно реинвестировать в свои компании, привносить деньги сюда. Вы знаете атмосферу в бизнесе? Конечно. Бо, бизнесмены легализуют? Да, конечно, легализуют. Ну, сейчас... Чья зацікавленість? Смотрите, в мире все тяжелее и тяжелее тратить деньги, которые непонятно какого происхождения, нелегальные или тем более... наличные. Поэтому бизнесмены вынужденно пойдут легализовываться и даже будут это делать с радостью, с большой. Но я хочу обратить внимание, что Украина бедная страна.
И на внутреннем капитале, на украинском капитале мы не вытянем. Нам нужны иностранные инвестиции, нам нужны иностранные технологии, инженеры, опыт, самый лучший опыт управления. І тільки це може допомогти Україні вийти з цієї ситуації. Ігорю, щодо заборони експорту нафтопродуктів до України з Росії і Білорусі, якщо ви можете про це говорити. Ну, здесь, скоріше всього, пахне політикою. Любая історія, яка пахне політикою, вона має тенденцію бути недовгострочною. І я думаю, що звичайні бізнес-питання, скоріше всього, теж будуть в пріоритеті, і цей питання зніметься. Якщо ми не зможемо покупати у російських, у білорусів, будемо покупати в інших містах. В Литві, в Польщі, в Румунії, де угодно. Дякую. Ви слова вже сказали політикам? Снова-таки, бизнес ждет не дискуссии, громадной дискуссии по поводу языка, а по поводу полномочий, не вступившего в действие президента, импичмента, москалей и всего остального. Бизнес ждет конкретных стимулов, которые он получит для того, чтобы он сможет нормально работать и, соответственно, за понятный, честный и справедливый труд платить справедливую цену. И вот это то, что надо сделать. Дякую вам, спасибі вам величезне. Я от знаєте що, я сьогодні читала Євгена Черняка, вашого знайомого, та? І от він теж дуже сильно казав, у нього була така реакція на ухвалення закону про мову, він каже, все правильно, та? Але треба щось робити для бізнесу, тому що бізнес, він нагодує, мова не нагодує, розумієте? Я розумію, що у вас дещо інші підходи у бізнесменів, але наскільки, якщо, ну, що називається, класти на ваги, то як ви до цього поставитеся? Ви знаєте, підходи можуть бути різні з точки зрення методів ведення бізнесу, корпоративної культури, привичок і всього остального, але точно бизнес-вопросы и экономические стимулы должны быть в приоритете. Я действительно согласен с тем, что и многие мои коллеги-бизнесмены разделяют это мнение, что языком или языковым вопросом точно не накормишь. Дороги от этого не станут лучше, медицина не станет более качественной. Я знайшла, щоб я не була голослівною, я все ж таки зачитаю от Євгена Черняка. Дуже часто запрошую його в студію, він, шкода, він постійно їздить з лекціями, та? І в Казахстані, і в Італії, і так далі. Слава, вона така, звісно. Да. Та, і от він пише, що за останнім, те саме він сказав російською мовою, по останньому дослідженню МВФ, структури, які дають гроші, Україна – саме бідна країна Європи по ВВП. И регресс очевиден, пишет он. Бизнес просит, умоляет законодателей и прочих властимущих бороться с коррупцией, ввести налог на выведенный капитал, реформировать судебную систему и другие бизнес-ориентированные законы и постановления. Но их ждут годами и не принимаются. Но очень быстро принимают закон про украинский язык, пишет бизнесмен. Который опять и далее, пан Павло, выбачте, ну такова на правда життя, та, который опять усилит раскол в обществе, который и так поделено на две части после выборов. И вот он пишет, я не против того, конечно, что язык страны нужно поддерживать и развивать, но я против того, чтобы шулеры каждый раз доставали языковой вопрос, когда нужно прикрыть общую нищету. Ну так оно и есть. Не, ну, конечно, Наталья, жили. Жили последние 5 лет, никого этот вопрос не волновал. И тут вот на тебе новый президент, и вот тут на тебе вот эта история. 2 дня прошло. Ні, ну вибачте, ну це неправда життя, як ви кажете. Це думка пана Черняка, з якою, я думаю, переважно більшість. Це думка пана Черняка і Ігоря Мазепи. Так, я абсолютно согласен. Але у нас, крім пана Черняка і крім пана Мазепи, при всій повазі до них, у нас ще 45 мільйонів українців, які, можливо, мають іншу думку, і я в їх числі. Ми говоримо, звичайно, ніякого тут розходження немає, не треба нервувати, Сергію. Ми говоримо про те, що є окрема думка людей, які роблять гроші. Давайте ковбасу з мовою не мішати, якщо які можна. Які роблять гроші, і це буде дають правильно. Роботу, ніхто це не робить, Сергію. Але це не є. Ну, я просто вважаю, що Черняк маніпулятивно написав. Мови. Знову ж таки, порівнювати мову і ковбасу – це абсолютно те, як правильно. Порівнювати червоне і кругле. І так само 28 років української незалежності мова була не на часі. Може, 600 проживемо. Це не означає, що не треба приймати економічних законів. Треба приймати закони в інтересах людей, однозначно. Але мова – це такий самий інтерес людей, як і пенсії, як і медицина, як і робочі місця. І для цього треба працювати всім разом також. І я переконана, що всі
підприємці, вони зацікавлені так само до співпраці. Тільки влада в Україні завжди була в руках олігархів, які виснажували українську економіку, а український справжній бізнес мусив задовольнятися обідками. Так от я вважаю, що це місія новообраного президента фактично поламати монопольну систему для того, щоб був адекватний розвиток бізнесу, який дозволить українцям залишатися в Україні, працювати в Україні і бути, хотіти жити, народжувати і працювати і вчитися в Україні. Ви знаєте, я абсолютно уверен, що будь-який вопрос ні в коем образом не является в конфликте с экономическими приоритетами, которые на самом деле должны быть сделаны. Ну, посмотрите, что происходит. Украина одна из трех или четырех беднейших стран мира, наравне с Кубой, Венесуэлой и еще одной африканской страной, где запрещена законодательно частная собственность на землю. Ну, это все равно, что мне запретить продавать квартиру, либо машину, либо еще что-то. Это позор власти за последние все 27 лет с начала независимости. То, что, вот, к сожалению, в нашей родной стране это происходит. Наши пенсионеры – самые несчастные люди в Европе, просто потому, что нет нормальной, адекватной пенсионной системы, которая должна была появиться еще на втором, на третьем году независимости. Наша медицина самая убогая в Европе, просто потому, что у политиков никогда не доходили руки до того, чтобы эту ситуацию исправить. Так называемая реформа, которая произошла, но это только одно название реформы, она снова не позволяет частному бизнесу, не дает ему никаких приоритетов, даже не приоритетов, просто стимулов для того, чтобы инвестировать сюда. И у нас этот рынок как останется, там 5 миллиардов долларов, так он как был, так он и останется. Настоящая реформа – это та реформа, которая из рынка 5 миллиардов долларов через 3 года сделает 7 миллиардов, а через 10 лет – 10 миллиардов долларов. И тогда это можно будет называться реформой. Это просто три базовых примера из экономической жизни. Дякую дуже. Ігор Мазепа, дякую. Спасибо. Будь ласка.